Всем привет, с вами Видэпик, и мы продолжаем играть в ходячих мертвецов. Как вы видите, мы оказались на ферме. А как мы здесь вообще оказались с нашей маленькой Клементиной, которая вот сейчас сидит с какой-то леди и о чем-то разговаривает. Вот, мы встретили пару пацанов, которые нас и приютили. И здесь оказалось, что живет не одна, а вроде бы даже две семьи. Вот, и мы переспали вот этом сарайчике маленьком ночку. И чтобы как-то отплатить за то, что они нас приютили, мы должны поговорить со всеми и как-то помочь им. Воу. Так. Судя по всему, он нормальный парень. Ну, это судя по всему. Давайте-ка пройдемся по местности, посмотрим. Реально, все так очень красиво. Вот и даже не подумаешь, что вообще что-то творится за этими... за этим маленьким забором. Что это такое? Ты думаешь, что эта штука сдержит их? Пока нет. Я планирую соорудить как бы укрепление. Мы хорошенько заблокируем это место. Забаррикадируем. Так. Шон до сих пор работает... Понятно. Да, вот маленький мальчик за трактором. Даже не знаю, кому помочь. Давайте поговорим еще с мальчиком. Или посмотрим, что там. Привет. Привет, парень. А мне так круто, я сижу на этом тракторе, и вообще меня ничего не волнует. Знаешь, как водить? Конечно, нет. Я могу раскритиковать. Что раскритиковать? Господи, что так быстро-то? Понятно, все понятно. Давайте-то поговорим с мальцом. Как дела, Дак? Хорошо, я собираюсь водить трактор. Я бригадир, посмотри на меня, Шон. Ну, хоть кому-то здесь весело. Давайте-ка давайте сначала поможем тому парню. Да, вроде бы здесь... А, не, они все посмотрели. Дрова. Это все, что я тут нашел. Хорошо. Так, что там можно было еще? Нет? Нет. Давайте тогда пройдемся обратно. Похоже, эти двое нашли общий язык. Ну и хорошо. Так. Привет, Кенни. Так. Нужна помощь? Нет, я думаю, что сам справлюсь. А тебе нужна помощь? В смысле? Ты сказала, что позаботишься об этой маленькой девочке. Ты понимаешь, что делаешь? У тебя есть свои дети? Я в порядке. Пока там ходят такие твари, это, наверное, достаточно. Так, 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 так. Так, каких у вас планы? Вернуться в Лотерею и разобраться со всем. Если у нас там хуже, то мы можем плыть на лодке. Ну, понятно. Заниматься рыбалкой, ловить скумбрию и дельфинов, все, что клюет. Давайте спросим, как дела у его сына. Думаю, хорошо. Мы были в гостях у сестры. Кати в Мемфисе. Я возвращаюсь домой. Понятно, одну заправку, что случилось. У нас крепкая семья, Ли, никто не сможет нам досаждать. Вы проявили интерес к его семье. Это хорошо. Отлично, поговорили с ним вообще. Все, зашибись. Ему не нужна наша помощь. Может быть, он как-то в дальнейшем нам поможет. Я не знаю, давайте пойдем в сарай. Вот здесь мы и спали, да? Но здесь я ничего не вижу. Ничего не вижу, куда можно было бы что-то сделать, я не знаю. Давайте-ка пройдем дальше. Ага, дальше ничего. А, нет. Туда мы сможем пойти? Нет, только сарай. Хорошо.
Давайте еще поговорим. Hey there, girls. Эй, девочки. Выглядите расслабленными. You two actually look relaxed. Я думаю, что дела у нас тут хорошо. Клементина только что рассказала мне, что училась в первом классе. Ну и как там? It's easy. Просто. Yeah. Конечно, это первый класс. So you're good? Так, у вас все в порядке? Вы вроде бы начали забывать, что в течение последних трех дней мы видели людей, поедающих друг друга. Тут спокойно, а? Да, тут и правда спокойно. Вы знаете, что Клементина первоклассница? Ну, это как бы и видно. Так, давайте спросим, кем она работала. Ну, что ты делала до появления мертвецов? Я ветеринар Форт Лодерейл. Как Кершел, только я лечила собак и кошек. А не лошади. А кем ты работаешь ли? Я преподавала в университете Джорджии. Мы должны надеяться, что вернемся к нашей работе в ближайшее время или вернемся к нормальной жизни. Это не может все оставаться так. Да, я был неправ. Не знаю, почему это... Ну, ладно. Так, как было в городе? Кенни просто поехал, мы могли помочь многим людям. Но нет, и мы просто проезжали мимо людей. Все нормально, все хорошо. Тебе не обязательно рассказывать. Я хочу завтра вернуться домой, но даже тогда я не смогу забыть, через что пришел Даг. Раз ты не хочешь вернуться по моменту того, как узнал обо всем этом. А кто хочет, вещи приходят не просто так. А кто хочет? Кто не хочет? Да. Семья, барбекю, с пивом, с друзьями. Много всего. Ради этих вещей мы живем, не так ли? Если их не станет, какой тогда смысл? Отлично, мы чуть поговорили, да? Все, чем можно? Да. Отлично. Поговорили о всем, чем мы можем. Давайте-ка пойдем дальше. Так, это у нас непонятно для чего. Может быть, для пса, которого здесь нет. Так, в дом мы зайти, по-моему, еще не можем. Нам, в общем, надо помочь вот этому парню. Поэтому давай пойдем поговорим. Эйли. Эйли, нужна помощь? Я думаю, да, нужна. Было бы здорово, если ты распилишь доски. Это ускорит процесс. Хорошо, давай. Мой отец не подозревал, насколько все плохо. Нет, и не подозревает. Я видел парня в Атланте, который убил ребенка. Мальчика, просто выстрелил ему прямо в лицо. Черт. Вот именно, черт. Он даже не сомневался, просто повернулся, приставил ствол, прям детский глаз и нажал на курок. Господи, насколько же жестоко. Ты не ночью подобно. Это не как в кино. Они не так дохнут. Что? Тебе приходилось это делать? Делать что? Убивать. Ты уже убивал ходячих? Они равнялся? Пришлось один раз. Если бы это было именно так. Я очень рад, что мы строим этот забор. Так мы обезопасим нашу семью от большой опасности. Так, где наша семья? Мой брат и родители в Мейконе, надеюсь. Ох, чувак, я тоже надеюсь. Может быть, там не так уже плохо. Я сомневаюсь, мне кажется, везде это уже распространилось. Пока это все. Помощи больше не требуется, да? Кстати, Шон, еще раз спасибо, что довез нас. С проблемой, я не мог оставить вас. В любом случае, если видишь отца, помоги ему хлебом. Супер, значит, здесь мы закончили, поэтому идем в хлев. Так, с Мальцем мы уже поговорили. Да? Туда мы можем пойти? Да, можем, все нормально. Ну чё? Поможем? Тебе следует знать, что если ты не уедешь с Кенни сегодня, я не уверен, что вчера ты говорил правду. Что ты заподозрил, смотри. Я не уверен, что понимаю тебя. Я не думаю, я поймал тебя на лжи прошлой ночью вопросом о том,
Ага. Как ты выбрался из Атланты? Пешком. Я направился на юг и уносил оттуда ноги. Это долгая прогулка. У тебя хорошая ферма. Если бы сказал мне 20 лет назад, что до сих пор буду это делать, я бы ответил, что ты еще тот ранишка. Это никогда не входило в мои планы. Так была принята семья. Кажется, семья — это самое главное, особенно сейчас. Ты согласен с этим? Ну, конечно, да. Где же твоя семья? Родители, жена, подруга? Так, мои родители из Мейкона вместе... А, в Мейконе вместе с братом. Ну, надеюсь, что с ними все в порядке. Но это же Москва, Салли и его сын. Так, у тебя есть маленькая девочка, требующая заботы. Так, скажем правду. Ну, не напали, она пришла мне на помощь. Вот так, маленькая первоклассница пришла. О, господи! Конечно. Я не знаю, кто ты и что сделал. А тебе лучше придумать ложь получше. Смотрите, какой мудак. Потому что в городах ситуация не улучшается, и ты станешь... Ой, становится еще хуже. Что будет зависеть? Неважно, кто ты и что сделал, но свои грехи можешь оставить себе. Хотя бы слушаешь человека, дающего совет. О, Господи, что творится? Не, что мы не сказали, что нас арестовали, вообще нет ни за что. Я даже не знаю, виновен. Я бы все равно не сказала правду, потому что я не знаю этих людей. Я... Господи. Капец. Что ж делать? Что делать? Молец? Или... Давайте мальца. В принципе, молец сам мог выпутаться. Так, подожди, подожди. Давай. Бей его. Потом бой. Давай. Давай, беги к другому. Быстро. Бери трактор. Ли, помоги, прошу. Господи, какой Черт, так жалко пацана. О, господи. А если мы... Вот если бы не спасли мы мальца... Смогли бы мы уберечь его сына? Парень реально зол. I thought I could help them both. Look at him. You thought wrong. And now... Please... Just go. Get out! And never come back! Кошмар. Got that ride to make it if you want it. Я хочу попытаться спасти Шона, потому что он мне очень жаль его. Я не знаю, что... Давайте попробуем. Нахрен их. Нет.
Палка, палка, смотри, там есть палка. Подожди. Так. Хорошо. Вот нет бы оставить сына и попытаться как-нибудь помочь ему. Палка. Давай возьмем палку, пытаемся их отбить нахрен. Давай, 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 давай. Да черт возьми. Как бы пыталась извинуть трактор, тоже что это я знаю. Потому что один сумел сделать. Блин, это так печет. Ой. Я всячески пыталась помочь, но я не смогла его спасти. Я в порядке, пап. Я в порядке. Я была дать, не волнуйся. Сейчас делаю перевязку. Они почти добрались до меня. Блин, Лей пытался помочь. Я знаю, сынок. Я... Блин. Вот в фильме, когда смотришь фильм, не сможешь испытать столько всего, сколько испытываешь здесь. Безумно жаль. Жаль Шона. Уходите. Да. Пошли нахрен отсюда. Мне жаль. Жаль? Твой сын жив. Тебе не может быть жаль. Ты пытался помочь, но этот кусок говна позволил бы ему умереть. А ведь и правда, если он бы помог... Это моя. Мне не хватало сил, мне жаль. Если девочка попала в ловушку, лучше надейся, что тебе хватит силы, или... Да. Прошу, уйдите. Уйдите, никогда не возвращайтесь. Могу подбросить до Мейкона, если нужно. Да, именно так мы и поступим. Чертовски жаль Шона. Блин. Но мы пытались его спасти. Мы пытались. К сожалению, не смогли. И это весьма печально. Ли такой себе перепуган немного. Итак, это максимум, который я могу тебе забросить. Этого достаточно. Ну что, Клементина? Маленькая семейка. Ребят, может, существует способ как-нибудь спасти Шона? Потому что я не знаю даже. Если кто знает, пишитесь в комментариях. Ладно, спасибо. Да, бензин кончился, а у него кончились мозги. Угу. Фига себе, песок ползет, ползет! Мы в ловушке, ё-моё! Не укусил? Надеюсь, нет. Это было очень печально. О, бежим. Фига себе, бабёнок какая. С пушкой крутая. Ну да, пистолет это не совсем круто, но, знаете, хотя бы что-то здесь есть, это очень круто. Конечно, и тот парень начал вообще выпендриваться. Мы не можем позволить людям умирать, когда сказала не открывать дверь, несмотря ни на что. Я, блин, имела это в виду. Мы не знаем, если они могут быть опасны. У нас дети, нормально. У нас дети. Я вижу одну маленькую девочку. Господи, я уже боюсь этого урода. Что такое? Мне нужно туалет. Минута. Я с тобой пойду, подожди. Подожди минутку, Клем. Не уходи от меня. Не страшно тебя пускать. Там тварям снаружи все равно. Она сучка. She's an asshole, that's for sure. That's what it takes. Well, you don't have to be a bitch about it. Такой быть не обязательно. Действительно, зачем так? Уж мать, один из них укушен.
We have to end this now. Over my dead body. Только через мой труп. Сейчас устроим. Нет, я очистила его. Там очистила. Ага, там нет укуса. Если кого-нибудь с укусом будет, будем все укушены. Ага. Заткнись. Нам нужно вышвырнуть его. Или снести ему башку. Кенни, останови его. Или что нам делать с этими парнями? Договориться с ним. Мы reason with him. А, подожди. Все спокойно, никто ничего не делает. Заткнись, Лили. И ты, заткни. Ого. Они идут, нас прибьют. Выберутся сюда, и всем будет на это пофиг. Господи, сколько матов. Сейчас мы в ловушке с одной из этих тварей. Это еще не тварь, что ты вообще говоришь? Он укушен, превращается в эту тварь. Он не укушен. Лили, останови его. А если бы это была твоя дочь? Такого не будет. Она не какой-то там хрипит, ясно? Она авиация Соединенных Штатов. Да нафиг пошел! Я убью его, Кэт. А ты пригляди за Дагом. Ого. Да, Ли, там кто-то есть. Это просто... Ага, просто заперто. Ключ за прилавком, наверное. Эй, я тут неплохой парень. Я просто посматриваю за своей командой. Понятно. Он весь в грязи. Она найдет вкус. Вот увидишь. Не найдет. А если найдет? Первым делом он укусит лицо своей мамочки. Лишь мальчик, я буду защищать его. Мне кажется, а вдруг не укусили? Маленький мальчик будет неконтролируемым пожирателем людей. Этого не будет. Да, если мы бросим его сейчас же. Ты не тронешь ни мальчика, ни никого другого. У меня тоже есть девочка, и я пытаюсь защитить ее. Хочешь насилия, старый хрен? Ну давай, тогда придумай, как меня убить, потому что я не позволю убить никого другого. Что творится? Кенни, Клементин, ё-моё. Нет. Давай. Беги к ней. Давай. Так. Ой, беги. Позволь. Господи. Какие же страсти. Ё-моё. Ты в порядке? Все отлично. Все супер. Спасибо. Ребята. Блин. Шума много. Они же пойдут на шум. Ложитесь и тихо. Какие страсти. Заткнись, старый хрен. Это что, военные? Я не знаю. Спасибо им, кто бы это был. Мы чуть не умерли из-за этой сучки и ее пальца на курке. Это было глупо. Это было... О, господи, у тебя что, инсульт? Инфаркт? Что это с ним? Это его сердце. Таблетки? Нитроглицерин? Да, наш закончился. У нас возник проблема с проникновением в аптеку. Уже пытаюсь прорваться туда. Там все таблетки. Что нам искать? Нам нужен нитроглицерин. Пожалуйста, проберись туда. Я присмотрю за отцом. За Клементином посмотрит. Так, нам нужно сдержаться здесь и поискать что-нибудь полезное. Это не Форт Нокс. Что предлагаешь? Нам нужно много бензина, чтобы мы все могли выбраться из центра Мейкона. Согласен. Тогда я пойду поищу бензин. Тогда недалеко есть мотель, в конце улицы Питчери. Я сбегу туда обратно, соберу все, что смогу. Ты знаешь округу? Ты местный? Родился тут и вырос. Если пойдешь туда, вот рация, на случай, если влипнешь в неприятности. Надеюсь, на тебе не понадобится.
Круто. Вторая Клементина. Сообщи ей новости и быстрее возвращайся. И ты? Как тебя зовут? Я Лили, а это мой отец. Посмотри за ним. Ребята скоро принесут тебе лекарства. Верно. А ты можешь приглядывать за главным входом. Ты у нас на стриме. Я Даг, все понял. Я Карли. Хорошо, Карли, поможешь Дагу, если нужно будет. А пока отдохни. Ты хорошо стреляешь. Я хотел бы, чтобы все-таки оставалось. Есть, босс. Смотри, он же главный. Предостаньте ему эти черту таблетки. Господи, какой накал страсти. Я надеюсь, мальчик и правда не укушен, потому что это было бы просто жопа полнейшего. Конечно. Конечно, жаль. Да. Да, возьмем батончик. Так, беспалеванка. Ага, я знаю, ты взял батончик. Да черт возьми, как ты мог вообще нашу жертву выбрать. Ладно, давайте на этом уже закончим. Кстати, я хотел бы найти мальчика, посмотреть, что с ним. Сам должна поговорить со всеми и узнать, как что. А вот он. Мы не подумаем, что-нибудь случилось с Даки. Так, батончик. Вот неизвестно, укушен он или нет. Все-таки я не смогу это проверить сама. Что весьма печально. Так, какие-то фотографии. Ладно, давайте уже на этом моменте закончим, пожалуй. Обошли кружок. В следующей серии уже будем с ними общаться, всем узнавать, кто такие, а что да как. Черт, еще до сих пор под эмоциями от этого всего. Ох, ладно. С вами была Вида Эпик. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И не забывайте вступать в группу, ссылочка ниже в описании. Спасибо за просмотр, ребят. И скоро продолжим.